Всем привет, дорогие друзья, с вами Рязан. Ну что ж, поздравляю всех с Хэллоуином 2015 года. Ну а я решил отпраздновать его в игре под названием Outlast. Всем знакомая игра, и вы знаете, что я ее проходил. Но я решил, во-первых, перепройти игру, пройти ее на максимальной сложности. И, если честно, да, я уже многое забыл. Единственный момент, который я до сих пор помню, это момент с призраком. Все остальное, честно, уже, да, подзабыл. И будет реально страшно. Ух, играю я ночью, как вы видите. Я очень-очень боюсь. Потому что я знаю, что меня ждет. Кстати, по-моему, на психе у нас всего... Так. На психе, по-моему, у нас всего одна жизнь. Без точек сохранения. Это нам не подойдет. Я бы прошел на психе, если честно, но это нам не подойдет, потому что, во-первых, я не смогу пройти игру за один заход. Нету точек сохранения, вы это понимаете. Вот. И если я умру, придется начинать все заново. Поэтому мы будем играть на кошмарной сложности. Проходил я на нормальной. То есть, ну, я не знаю, как я это буду проходить. Ну, в общем, держите за меня кулачки. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой, репортер Майклс Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Одно из таких мест — это психиатрическая лечебница Маунт Мессив. Ее можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Мессив невозможно. Так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Так, радио не ловит в этом месте. Отличная лечебница. Маунт Мессив Асайлум. Ворота открыты. Ждут нас. Свет горит, вроде все в порядке. Но только охраны не видать. В такой лечебнице она по-любому должна быть. Я бы насторожился, если честно. Ну что? Так, чувствительность, наверное, поменьше надо сделать. Так, секретная информация. Я немножко болею. Водички попью. 17 сентября 2013 года было отправлено сообщение. Итак, мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я 2 недели назад проводил консультации о программном обеспечении в психолечебнице Мерков в Маунт Мессив. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я грубо нарушаю. Ну хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное, и я не понимаю. Не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Да, это действительно интересно. Типичный сюжет для НТВ+. Так. Ух, я не знаю, как я буду все это дерьмо проходить. Господи. Отлично. HD. Все работает. Ночное видение. Супер. Всегда такую камеру хотел. Итак. Ну, лечебница неплохая. Список задач обновлен. Клавиши Tab.
Заметки, документы. Все при нас. Мы должны все, наверное, снимать все-таки. Да? Что у нас тут? Где вообще охранник? Куда он запропастился? Идите пароль. Пароль мы не знаем. Так, вот здесь, кстати, системничек. Не такой, точно такой же почти. Так. Будем все снимать. Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левую кнопку мыши. А чтобы медленно открыть, что нам нажать? Так, лечебница Mount Massive. Я буду все заметки читать. Раньше их не читал. Но сейчас это будет интереснее. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Mount Massive, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 71-м, была вновь открыта в 2009-м. Компании «Психиатрические исследования Мерков». Скрывающийся под личиной благотворительной организации. Сотовый резко перестал ловить. Сеть примерно в миле отсюда, похожая на глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Да, скорее всего, глушилочка стоит. Корпорация Мерков издавна наживается на филантропии, но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Окей, пойдем. Можно бегать на shift. Это что такое? Военная техника. К чему она здесь? Давайте подсмотрим, что там у нас. Нифига не видно. Не открывается, к сожалению. Придется подниматься наверх. Все, будем снимать. Так. Кто-то нам так любезно решеточку-то выгнул. Да? Блин, все так хорошо начинается. Ну, почти хорошо. Единственная проблема в том, что уж больно тихо и никого не видно. Ноги хоть у нас есть. Так. Стремно как-то. Итак, прыжок на пробел. Горы. Да, местечко уединенное. Так, куда здесь? А, вот сюда. Я реально все забыл. Как там проходить? Или нет, подождите. Так. А, вот окно же, блин. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что за... Это кровь? Да реально кровь. Ох, железные яйца. Как же быстро заканчивается зарядка. Так. Прикольно. Ну, этот момент я помню, поэтому я не испугался, да. Вот. Да и на самом деле не такой уж и страшный. То есть я не буду наигрывать какие-то эмоции, ребят, вот серьезно. То есть страшно? Страшно. Не страшно? Ну, извините. Если вам не нравится, дизлайк, отписка. А нравится, запасайтесь печеньками. Приятного просмотра. Господи боже, везде кровище.
Так. Я буду ходить везде. Только две батарейки? Твою мать. А если у меня кончится зарядка? Если у меня кончатся батарейки? Хреново дело. Так. А, что у нас тут? Отчет о состоянии пациента. Лечащий врач Карл Хьюстон. Состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжаются. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Че? Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрите снова не удалось. К сожалению, я не врач. Крайне высокая степень беспокойства. Я вообще технарь, электрик. Топография показывает аритмию быстрого и медленного сна. А смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью. Хотя Билли утверждает, что источники информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку, это единственный Трагер, работающий на компанию Ники Ричард. Трагер, ответственное лицо в ним. Следует опросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрические распознавания. В общем, пока что эта записка мне ничего не сказала. Никакой информации. То есть кого-то били. Тихо. По-любому там какая-то дама, значит, в туалете сидит. Серьезно? Можно мне тоже? А то мне уже пора, я чувствую. Господи ж. Тихо. Тихо там. Опа. Это что такое? Я надеюсь, это хотя бы не человеческое. Или это кто-то любезно мне оставил с колой, чтоб я допил и докушал. Нет, спасибо, я не люблю такое. Бля, я боюсь поворачиваться, если честно. Паутина красивая. Ладно, пошли. О! Чё за псих? У него была повязка, как у мумий. Охерительное, блин, начало. Ничему ты не учишься. Братан. Мне бы уже хватило того, что я увидел. Тут что-то кровью написано, твою мать. Библиотека, пойдемте книжки почитаем. Ебать! Господи боже! Сука! Что это за... Блять! Ебать! Что это было? Твою... Ты откуда вообще упал, чувак? Ебать! Господи, боже мой! Вот сейчас стоит развернуться и той же дорогой пойти, вот серьезно. Охренеть, блядь. А, мое сердце. Ёбаный в рот, ноги. Ебать. Вычислили. Какие варианты? Варианты ответов. У них глаза светятся, как это возможно? Блять. Ёбаный в рот. Ладно, назад мы в любом случае не сможем уйти. Ой. Это еще кто? Бодибилдер. Стероидный малый. Ой, блять, как же... Господи, боже мой. Я понимаю этого героя, потому что я точно так же сейчас ссусь.
Я первым же, сука, страхи. Сразу убираю камеру, блядь. Давай заметки почитаем. Я внутри. Я внутри, повсюду трупы, кровь, ожоги. С потолка свисают мертвые ученые, головы в ряд, словно бутылки в баре. Охеренная история. Кому расскажешь, не поверят. Судя по бейджам, все из исследовательского отдела Мерков. Подставная шарашка Мерков, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. Пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Интересно, как они собирались выкачивать деньги из этой дыры, полной психов. А этот оперативник, он же... его как свинью на вертел насадил. Велел не убираться нахрен отсюда и кони двинул. Жаль, я его не слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Да, там дверь по-любому закрыли. О, бля. Охеренная игра. Боже, вторая часть будет просто шикарная. Я уверен. Так. Я не помню, он тут нападает или дальше? Он сюда пошел. Ладно. Сука! Нет, 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 пусти меня, мразь! Да, вот, вот, спасибо. Хорошенечко приземлились мы. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Какой-то фанатик. Фанатик, который чуть у меня камеру не украл. Кэнон, драгоценный. За сотку. Блин, я надеюсь, не забрал ее. Че это написано такое? Ой! Че такое? Фу, не пугай меня. Снимай, снимай все. Вот это вот, что за надпись? Жесть. Блин, я не знаю, читать или нет, у меня... Я как бы болею, да, и горло немного... Болит, кашлю. Ладно, постараюсь. Корпорация Мерков, подразделение в США, ордер на арест, имущественное дело, ля-ля-ля-ля. Относительно ареста имущества... Письменные показания под присягой, данные перед советом директоров, заслужившим доверие Агентства безопасности Мерков. Катастрофические нарушения в работе системы безопасности, заражение окружающей среды неизбежно. Я что, какой-то в Чернобыль попал, что ли? Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордера. В общем, они захотели забрать у них все вещи, потому что они там накосячили, вот все. Давайте вот так, наверное, я буду читать. Бля, такая жесть. Руки оторваны, ноги оторваны, головы оторваны. Все в этой игре оторванное. Так же, как и у разработчиков с психикой. Из двух. Вот выход. Ломай стекло. А, тут решетки. Не все так просто. Ха-ха. Так, ну. Я уже забыл, куда нам идти. Пойдем сюда. Ой! Посмотрел так на меня. Witness. Видимо, пургенчика переел, парень. Так, свидетель. Выгляжу, как будто вырвался из самого ада. Пара сломанных ребер. Вытаскиваю осколки стекла из собственного скальпа. Меня едва не прикончил какой-то великан, изуродованный, как будто кто-то прошелся по его голове теркой для сыра. Он швырнул меня в стену с такой силой, что я потерял сознание. Прихожу в себя, какой-то опухший старикан с лицом спившегося
растлителя малолетних. Ну да, я так и подумал. В самопальном наряде священника. Называет меня апостолом. Но на это я не подписывался. Повсюду кровавые письмена. Не могу избавиться от ощущения, что их корябает этот священник ради моего же блага. Этот псих. Прикол. Что ж надо так съесть-то? Или кого? Ой, бля. Господи, боже мой. Господи. Охрану всю перебили. Вопрос, зарядка кончается, когда я так бегаю? Дверь открывается с другой стороны? Ладно. Ладно, наверное, нам... Наверное, нам не сюда. Эй, открой дверь. Я тебе помогу. Очередной сверхсекретный документ. Отчет о экономике проекта Вальридер. Полный отчет находится на рассмотрении. 4 несчастных случая. В общем, немного поставили проект под сомнение. Как я понимаю. Ну да ладно. Побежали сюда. Так, нам, наверное, или туда, да? Где тут вход? Вот он. Блин. Так, есть тут батареечки. Батареечек нигде нет. Я теперь буду вообще сделать полное прохождение, прям стараться все документики собрать, все собрать. Каждый угол посмотреть. Это будет долго. Это будет очень долго. Ждите выпусков раз в неделю максимум. Вот реально максимум Outlast раз в неделю. Потому что это очень тяжело для психики. Итак, это что такое? Опять же про Вальридер. Состояние, активность морфогенетического кондиционирования стабилизировалось приблизительно на 2000 ppm. Господи, смысл это читать? Мы и так это ничего не понимаем. Образование какие-то бронхиальные, видимо, проблемы у чувака с легкими, как и у меня. С чесоткой какой-то у него проблема. В общем, он болеет, да. Видимо, какими-то венерическими заболеваниями. Какой симпатичный. Из Mad Max'а чувачок. Здорово, ребята. Чё смотрите, мультики? Вот записочки, кстати, я их не читал. Овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Выглядит как пациенты, они пережили то, что здесь произошло. Но похоже на чердаке, у них совсем пусто. А, ну вот они, да. Я не буду их трогать, потому что я не хочу заразиться вот этой вот хренью. Вот это вот вообще красавчик. Господи, у него руки нет. У него две... У него этих... У него вообще ничего нет. Ну нахер. Кисти просто отгрыз себе, наверное. Придурочный. О! То, что надо. Надо, да. Карта доступа. Почему он так далеко сидел от своего поста? Чё ты там делал, чувак? Так, ладно, возвращаемся назад. Обожаю такой вот паркет. Не знаю, почему я про это говорю. Ну, просто у нас раньше такой дома был. Я помню, и такой ночью идешь, такой, типа, хочешь беспалевно, а он так шумит. Нет, я больше не буду ходить по паркету, не только и убивай меня. Иди нахер, сука. Придурочный.
Сука, пинаю его ногами, я не знаю. Хотя он меня боится больше, чем я его. Боже. Сука, больной ублюдок. На. Ну, если честно, я бы его пнул разочек. Разочек можно. Он сам виноват. Ни хрен меня пугать. Дебил. Сука. Ой. Может, вниз пойти? Подожди. Так, набегу. Ага. Ага, окей. Так. Заперто. Ладно, вернемся туда. Сисурити рум. Зейлай. Ложь. Так, мне на самом деле хватило бы уже того, что я видел, я бы просто, ну, забил на всякие секретики. Меркафа, этого и так хватит. Так, здорово. Чувак, нет, ты хочешь выключить свет. Вот же говно. Надо сдерживаться. От кого? А, эта сука идет сюда. Видимо, он давно не фапал. Решил такой, типа, надо сдерживаться. Сука. Какой он красивый. Заметочку почитаем. Чертов верзила. Да, он постоянно за нами везде ходит. Что ему надо вообще от меня? Сука, он хочет меня... Он меня хочет выебать. Ребята, это Outlast. Вас предупреждали насчет матов и прочего дерьма. Что поделаешь? Иди отсюда нахер, свинья недоделанная. Поросеночек. Это же пудж. Я его буду пуджом называть, во. Пуджанский мясокомбинат. Уходи отсюда. Моя попка принадлежит только мне. Никому больше. Бля, выйти и побежать. Он ушел? Куда он делся? Так, мне туда или туда? Я не помнить. Наверное, сюда? Да. Во. Так. Ни хера не видно. А что такое? Здесь кто-то есть? В подвале везде вода, что за хрень? Так, ЦРУ. Здесь еще и ЦРУ причастно. Боже, столько вообще тайн. В среду 10 февраля 54-го исследования гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника Маунт Месси в Колорадо. А, ну вот почему, наверное, закрыли потом в 74-м. И это начало самое, по сути. Краткое изложение. Было задействовано... постгипнотическое состояние предыдущей ночи, команда уснуть при помощи указания пальцем. Мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано разбудить мисс Джексон, пользуясь любым возможным способом, а в случае неудачи взять находившийся рядом пистолет и выстрелить в нее. Ей было внушено, что она испытывает гнев такой силы, что, не задумываясь, застрелит мисс Джексон за то, что та не просыпается. И смотрим итог этого сейчас. А итог был таков. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета в мисс Джексон и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. В общем, они проверяли какой-то гипноз, который реально работает. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрствующем состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место. Да, они ничего не помнят. Сильный, сильный какой-то гипноз. Что такое? Who's there?
Никого здесь нет, тихо! Я все равно топаю. Кажется, он слышал меня. Для запуска генератора включите два бензонасоса и центральный выключатель. То есть три штуки. Блин, я забыл, где это вообще все делается. Блять, я надеюсь, эта сука сюда не придет. Я типа на максимальной сложности играю теперь. Разница только в чем между, ну, вот этой вот предпоследней и последней. В том, что здесь можно сохраняться, а там нельзя. Блять, это... Этот идет. А ты можешь... Блять, нахер так шуметь! О. Интересно, он зайдет сюда? Я вот не помню. Я вообще не помню, как я здесь проходил. Блять! Сука, мурашки по коже. Что у него, бита? Господи, как темно в этой игре. И с батарейками такой напряг будет. Согласен, нет тут нифига. Так, один мы включили, да? Я не знаю, тут надо, наверное... Так, вот очень медленно идти. Господи, боже мой. Спокойно. Так, электрорум. Бля-бля-бля-бля-бля. Не разряжайся. Дерьмо, блин. Почему батареек нету? Блять. Я ни хера не вижу, ребят. Куда идти? Сука. О. То, что надо, спасибо. Хоть теперь, я теперь хоть вижу, где. Ой, блин. Вот это баги. Испугался багов. Бля, кишки. Так, главное... Электрорум, так. Главное не шуметь, чтобы эта скотина не услышала нас. Если на нормальной сложности можно спокойно бегать, то на такой я очень боюсь. Так. По-любому я сейчас включу, он прибежит, поэтому... Есть тут что-нибудь? Батареечки есть? И нету. Он не идет? По-моему, идет. В твоей голове призраки, чувак. Пошел отсюда нахер. Все? Он ушел? А то я бы угарнул.
Если бы он вдруг вышел. Вот нахера я сюда пришел, скажите мне? Здесь тупик. Ладно, возвращаемся назад. А, у меня еще. А, у меня еще нулевая батарейка есть. То есть у меня типа 3 заряда. Окей. Наверное, он меня не видит в темноте. Блять! Ой! Ой-ой-ой! Какой доктор? Иди в жопу! Все. А, нет! А, нет, все. Блять. Hello, доктор! Блин, я думал, это проканает, и он меня не увидит, но все-таки он меня увидел. Говно. А. Так. Где? А, во. Подождите, я что-то. Я не понял, где я появился. Storage room, electric room. Мне опять все заново, что ли? Ах ты ж, блин. Вот раз. Потом вторую. И туда включить его, а потом вернуться назад. Все просто. Ну почти все просто. Только эта тварь нам мешает. И убивает меня на 2 удара. Причем один удар он мне делает, и если я застрял где-то, то все. Еще один призрак, ага. Сука. Спокойно, спокойно. Блять, как же я его наебал, как боженька, сука. Пускай меня ищет. Что со мной такое? Я... Божественная игра. Короче, надо потом идти сразу на... налево и обойти его точно так же. Попытаться не попасться.
Ой, бля. Быстро, быстро, быстро сюда. Вот скотина. Куда он пошел? Неужели на все настолько заскриптовано здесь? В принципе, я мог бы, конечно, пройти эту игру до этого. Еще раз на нормальной. Блять! Мудак! Уай! Сука, ну... Нет! Говно! Ладно, давайте быстренько пройду. Что, ну, блин, ублюдок. Да не... Что ты делаешь? Раз. Два. Ждем. Да, очень заскриптовано все, прям нереально. Вот как мне... Как мне пройти его, когда он стоит в том месте, где я перелазю? Сука, люблю эту игру. Бегать нельзя. Ай, блядь, началось. Ну, он нас тут не найдет? Не найдет, он же тупой. Только в этой игре у меня такие мурашки. Даже в тех моментах, которые я, по сути, уже знаю. Не знаю, как его пройти. Надеюсь, с третьего раза получится. А то он меня достал. Я вроде не топаю. Вслушиваюсь причем. Вот реально вслушиваюсь. Ой, я уж думал, он ко мне пойдет. Это было бы просто забей. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блять. Как же ты достал, урод! Божечки. Пускай даже не знает, что я здесь.
куда бежать? А, подождите. Где я, блядь? Что за хуйня? А. Так, как мы тут шли? Вот сюда, по-моему. Сука! Не, я умер. Здесь так не работает это. То есть, если он меня палит, и мне некуда увернуться, все, я умираю. Блять. Так. Ну, мы, по-моему, там шли как-то, да? Если не сюда. А, через стенку же. А, бля. Извиняюсь. Все, пошел в жопу, сиди там. Говно. Делай, что хочешь. Бля. Так, теперь, по-моему, сюда. Ай! Что за... Это еще кто? Ну, спасибо, блин. Снова этот псих. Блять, какая же у него рожа противная. И глаза. О, спецназ. Он спасет нас. Валеридер. Охренеть. Или это как все началось? Да. Ох. Блин, у него такая рожа реально противная, как мошонка какая-то. А, красавчик. Я чухался в... В... Где? В этой. В палате номер 6. Где ж еще? Да. Rest in peace. Новая заметочка. Священник отец Мартин притащил меня сюда показать кое-что. Если бы не этот, сука, священник, мы бы забрали данные и потихонечку бы слиняли. Все было бы шикарно, но эта паскуда нам помешала. Думает, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Здесь... Все пошло не так из-за доктора Вернике. Вот только он умер лет 10 назад. Покойся с миром, гласит кровавая надпись на стене. Да. Ой. Ой-ой-ой. Везде всякая фигня. Ладно, я думаю, тут закончим. Спасибо большое, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы хотите видеть продолжение. Вот. Ну и самое главное, это любите играть в игры. Всем пока. Спокойной ночи, друзья.